перебрались на кимонскую грязь. Слава Надели Кирюшил. Но неинтересно, без колеи пошел. А там хоть куда, там что-то везде все ездится. А что, Даня, на работе поедешь? Да. Хаммер поехал. Он уже писал. Слава, говори там. Только по делу говорит, а не как всегда. Ну, все, и нормально. Все, теперь пусть левее чуть берет. Левее маленько пусть возьмет. Скажи, чтоб левее чуть взял. Отлично. Ленно тащится. О, сейчас там прыгнет. Я там понял, там я. До свидания. Заднюю блоку. А что-то там упирается, походу. Ему надо больше назад. Да сейчас проедет нормально. Так, где-то там сейчас. Ну, за счет движка вывозь. Эх, смотрите, там зря. Но. Вот. Ну, со стороны-то мы все умные. Ну и что, он борется, да? Да. Да выйдет, выйдет. Да выйдет без проблем. Сейчас он там. Там может траекторию. Развернется, да еще. Траекторию поменять чуть-чуть. Вина была на багажник, садится. Да. Не. У кого телефон-то его есть, пусть развернется, да и все. Но. Не мучает автомат. Как он сейчас будет садиться вниз? Раскачать-то, если он пойдет. Через вот он там в яме уперся. Оно крепкое, да, ему еще раскачать просто ставит. Надо. Надо ему чуть-чуть сильнее назад. У вас нет рации, наоборот, здесь. Подцепили Хаммера лебедочкой к эскудику. Сейчас немножко. Тут осталось-то вообще. В канаву немножко провалился. Перецепились к УАЗику. На эскудике что-то лебедь перестала сматывать. Поехал! Слава! Не горить надо! Подъезжай, что ты? УАЗика тянет. Так. Цепили в цепку. Посмотрим сейчас. Что-то походу через полиспас надо теперь. А там-то Артур буксует, не буксует? Нет, только. Так, а можешь подгребать чуть-чуть? Опа, оторвали. Что-то. Что оторвалось, трос порвался. Так, после некоторых манипуляций подложили сантраки. Движение есть? Нет. Подожди. Я догнал. Слава не ехал.
Слава не завелся. Ладно, почти выехали. Ну давай туда проще зацепим, да и все, кого мучить. Что, не идет он? Не идет. Не буксуй, давай зацепим заходом, пойдем. Так еще ничего не буксует даже. О! Еще, еще! Все! Витя! Еще и назад, ага. Вперед! Выехал. Я пришел, у кого-то постояли. Все, выехал, да. Все, на свободе. Объедем на Дылики. В обратку. По левой стороне. По правой лучше держись. А вот на 80 что это? Но... Фигарно, мне там показалось хуже слева. Да, да, тут колея будет. О, подожди, вылезу, вылезу. Пока чисто. Я, походу, уже не выйду. Не. На Делике почти проехали. Мне кажется, гора больше, да? Сюда надо. Слава, сюда надо. Попробуй сюда все-таки. Не, назад туда, на сухое и до сюда. Назад, до конца, метров 15 сюда. А он не едет уже. Видите? Блокированный весь. Ой. А все. В принципе, выскочил, просто боится, что буксовать-то будет. О! Зацепы тут не хватает, буквально. Во-во-во, почти. Из ямки ты... Из ямки выпрыгнул, самое главное. Красавец, выбрался. Все, молодец. Подцепили Делику за УАЗика. Это как? Как-то не едется пока. Не рви, не рви! Витя.
такая у нас сегодня покатуха прошла. Немного размялись. Теперь парни отмываются. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.